Референдум по строительству АЭС могут провести уже в этом году. Во всяком случае, Центральная избирательная комиссия к этому готова, сообщил журналистам член Центризбиркома Шавкат Утемисов. Хотя, по его словам, точные сроки референдума официально еще никак не обозначены. Также неясно, сколько денег выделят из бюджета на этот масштабный опрос. Хотя, как заверил министр финансов, сумма не превысит 16 миллиардов тенге. Напомню, аналогичная сумма выделялась на проведение предыдущего референдума по внесению поправок в Конституцию. Все будет зависеть от заявки Центризбиркома. Если будет решено с датой, согласно процедурам бюджетного кодекса, ЦИК внесет нам заявку, что им нужно столько-то средств, в регионах столько-то избирателей и так далее. А пока расчетов нет, как я могу сумму озвучить? Может, будет меньше, может, будут применены новые методы. Должно быть меньше.